все лучшее детям. Этим принципом современные родители все чаще пренебрегают. Всемирный день ребенка – еще один повод напомнить папам и мамам об их родительских обязанностях, а именно об уплате алиментов. Проблема эта сейчас актуальна как никогда, ведь в последнее время все чаще встречаются семьи, в которых из-за выяснения отношений бывших супругов страдают их совместные дети. Если говорить абсолютными цифрами, то общее количество исполнительных производств, находившихся на исполнении на 1 января текущего года, было 7310. Сейчас это количество уменьшилось, ну, примерно на 150 единиц, на 150 исполнительных производств. Всего же находилось у нас на исполнении более 12 тысяч исполнительных производств. Ситуация связана прежде всего с ответственностью родительской, а мы понимаем, что год от года родительская, то, что называется родительской ответственностью, которая, безусловно, связана и с нравственным, прежде всего, миром человека, она, к сожалению, не становится как бы выше, да. Поэтому, хотя и обращений мы понимаем, что становится меньше, например, в 2013 году обращений по поводу взыскания алиментов в наш аппарат уполномоченного немного ниже.